В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут сюжеты о жизни в самом красивом ее проявлении. В современной моде важны не столько предметы одежды, сколько их сочетание. Какие комплекты можно составить из коллекции этого сезона, смотрите прямо сейчас. Как бы ни были практичны в зимний период брюки, гардероб настоящей модницы невозможно представить без платьев. И если в летних коллекциях дизайнеры уделяют максимум внимания цвету, зимой на первый план выходит фактура. Трикотажную модель темного базового цвета можно представить во всем многообразии стилей. В сочетании с жакетом это деловой вариант, с палантином вечерний, а если добавить к нему кардиган на молнии, получится эффектный кэжуал. Сложные цвета всегда говорят об изысканном вкусе. В коллекциях этого года дизайнеры представили платье лаконичного силуэта темно-фиалкового оттенка. Его можно декорировать с помощью колье и брошей, а можно подавать в минималистическом виде. Две модели с деликатным блеском – темно-синее платье с воротником и лацканами, а также черное с плиссировкой – относятся к вечерней моде. Градус нарядности можно повысить с помощью заветного украшения. Тема драгоценностей представлена в двух моделях – кружевном платье изумрудного оттенка и рубинового цвета. Платье – это не только символ женственности, это еще и такая категория одежды, которая выдает неравнодушного к моде человека. А еще это вещь универсальная. Благодаря многообразию моделей платье может украсить собой и праздники, и будни. Это Beauty Time, программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Далее в выпуске биореволюметрия, одна из премьер инъекционной косметологии. Людей, которые знакомы с инъекционной косметологией, можно условно разделить на три группы. Активные пользователи, категоричные отрицатели и любопытствующие. Лучший способ составить личное мнение – увидеть, как это все происходит своими глазами. Сегодня доктор Ксения Осанкина работает с препаратом категории «Биореволюметрик». Ну, вообще, биореволюметрия – это новая волна, новое поколение препаратов-филлеров, которые в себе соединяют препарат, который дает нам объем, и препарат, который улучшает качество кожи. Мы ее регенерируем. И волюмия – это придание объема, то есть потеря объема. То есть отсюда идет биореволюметрия. То есть возвращает назад потерю объема, качество кожи, то есть тургор, эластичность, увлажнение. В эстетической медицине существует немало эффективных методик. То, что сегодня делают врачи-косметологи, восполнение объемов, разглаживание морщин и подтяжки, действительно делают людей моложе с минимальным сроком реабилитации. Но стоит помнить, что это осуществляется не с помощью волшебной таблетки и не за один визит. К счастью, это понимают не только врачи, но и многие пациенты. Я никогда не загадываю какие-то заоблачные дали, я всегда очень реально смотрю на любую процедуру и знаю конкретно, и мне доктор объясняет, что примерно получится по окончании той или иной процедуры. То есть я, в общем-то, как обычно, всегда довольна своим результатом. Еще одна тенденция современной косметологии – естественность. В погоне за молодостью важно заботиться и о здоровье, и об адекватности своего внешнего вида. Зеленые инъекции – это одно из проявлений тенденции, которая называется «экология красоты». В частности, в чем она заключается? В экологичности, в абсолютной чистоте препаратов, с которыми сейчас работают врачи-косметологи. Качество препарата и квалификация врача – это то, на что стоит обратить пациенту свое внимание в первую очередь. И, конечно, это самое главное при использовании инъекционной косметологии.
сейчас идет тенденция, и она достаточно длительная, уже в течение нескольких лет, когда люди стремятся к абсолютной естественности. И, конечно, наши доктора выполняют пожелания наших пациентов с максимальным восстановлением утраченного, не с привнесением чего-то нового, каких-то максимальных объемов или действительно карикатурных лиц, но с максимально естественным восстановлением то, что было. Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Это справедливо и в отношении пациентов, которые взяли курс на улучшение своей внешности. И чем больше сведений о клинике, препарате и специалисте, тем вы увереннее в хорошем результате. С магазином «Польская одежда» так легко создавать новые образы и выглядеть безупречно каждый день. «Польская одежда» на Соне Кривой, 30. «Артмедика» представляет «Вау-эффект» – программу восстановления молодости за 24 часа. Подробности по телефону 775-19-18. Консультация в подарок. Территория тайского спа. 15 видов восточного массажа, сауна и ароматный чай. Консультации врача-диетолога. Натуральная косметика из Индонезии и Франции. Подарочные сертификаты. Тайвай. Территория тайского спа. Российская 206. Телефон 223-23-20. Детская стоматология Baby Dent. Специальное предложение на лечение в будние дни. Цветочная мастерская «Экзотик». Последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний. Дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на Труда. Павильон 3. Телефон 777-10-11. Работаем круглосуточно. Весь ноябрь в салоне домашнего текстиля «Тогас» скидка по промокаталогам 20%. Ждем вас на «Братьев Кашириных» 159. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь красивой. Продолжаем выпуск. Kids Fashion Weekend стал доброй семейной традицией. Праздник детской моды проходит в Челябинске уже в пятый раз. В программе проекта показ 16 коллекций от известных дизайнеров и именитых бутиков нашего города. Выступления танцевальных коллективов и премьера клипа, а также мастер-классы, которые состоялись накануне. Сегодня у нас была презентация этого клипа. Это было невероятно видеть на глазах у людей, которые присутствовали в зале при презентации, слезы, которые наворачивались. Действительно, тематика очень серьезная, мир без войны. Мы как организаторы и подключили всех наших участников, чтобы они это все прочувствовали, чтобы они стали добрее, чтобы они сделали наш мир добрым, чистым и открытым. Детки постоянно в движении, постоянно что-то у них происходит интересно для того, чтобы они могли попробовать все и потом уже выбрать то, что им близко, то, чем они хотели бы заниматься в дальнейшем. Участники показа – это около 100 детей в возрасте до 15 лет. Самым юным моделям едва исполнилось 6 месяцев. Вообще мне понравилось все, что пришли люди на нас посмотреть и вдохновиться этой идеей. Самое такое, когда тебя снимают, и ты понимаешь, что ты уже становишься знаменит. Мне понравилась очень одежда, в которой я выступаю. Красивой, модной. Я так считаю. Участницы с нетерпением хотели показать результат многочисленных репетиций кропотливого труда. Несмотря на то, что выход на подиум некоторым давался нелегко. Но вообще в первый раз мне было сложно, я как-то себя не чувствовала. А вот во второй раз, вот сейчас я стала себя чувствовать, что идти по подиуму это легко. Но в первый раз думала, что это нелегко идти по подиуму. У меня все время ноги не туда, не так шли. Коленки вперед выкачивают. После участия в проекте «Детская неделя моды» начинающие модели уже с уверенностью рассуждают о предпочтениях в модных тенденциях и планируют свой новый практичный гардероб. Платья, которые спереди короткие, а сзади длинные. Всякие туники с лосинами, с джинсами. И короткие кожаные куртки. Всякие сарафанчики, юбочки. Лучше
в джинсах, ну, футболки носить, а сверху какие-нибудь кофты. Специалисты говорят, людей с врожденным чувством стиля не больше 1 на 1000. К счастью, хороший вкус можно воспитывать, и чем раньше начнешь, тем лучше. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Изысканный вкус и умение одеваться стильно часто проявляют себя в таких ситуациях, когда необходимо еще и соответствовать установленным правилам. Героиня сегодняшнего модного эксперимента Анна Корякова, дивизионный директор управляющей компании «Альфа Капитал», не прочь подчеркнуть в образе деловитость, но при этом не теряя женственности. Я нахожусь всегда в деловой среде, и поэтому, конечно, стиль – это очень важно. Для каждых переговоров, для какой-либо встречи я готовлюсь очень тщательно, подбирая каждую деталь. В первую очередь, я женщина. И даже в деловом стиле для меня важна женственность, элегантность, тонкость линий, качество. Это я нахожу в марке Елены Миро. Монохромный лук и серые плиссированные юбки и блузы разбавляют цветочный принт в такой же сдержанной гамме. Когда речь идет о хороших тканях, не придет в голову считать зимнюю куртку более бюджетной заменой пальто или шубы. И поэтому этот элегантный лук удачно дополняется пуховиком в цвет. Любой человек должен быть харизматичен. А харизма начинается не только с обаяния, улыбки, глаз и всего прочего, но и в том стиле, в котором он одевается. Поэтому харизма, она должна дополняться хорошим стилем. Следующая идея в деловом ключе, но в оригинальном исполнении – использование непривычной палитры. К примеру, вместо черного можно применить ягодные оттенки сливы и вишни. Поддержит тему сочетания двух флористических принтов на блузе. А для придания динамичности и в этом образе можно использовать пуховик. Одежда очень удобная. Это одно из главных качеств, за которые я ценю марку Елены Миро. Но при этом красивая, элегантная, с изюминкой, и всегда чувствуешь себя просто неповторимой. Вечерние наряды в деловом коде – это неброские цвета, правильная длина и элегантно оформленная зона декольте. Комплект в драматичном черном цвете – ультрамодная идея на выход. Блеск на блузе придаст необходимой праздничности, а атласная полоса на брюках невероятно осовременивает образ. У вечерних брюк атласная полоса, она, мне кажется, очень такая хулиганистая. Мне еще очень сильно нравится в Елене Миро то, что темы коллекции разные, но их можно сочетать друг с другом, дополнять и создавать новые образы. Следующая идея – нарядный кэжуал. Припыленный оттенок серого и тонкое кружево работают на элегантность, а имитация выпущенной футболки прибавляет луку расслабленной стильности. Для образа в актуальном спортивном ключе юбку из кружева можно сменить на брюки. Есть один очень интересный комплект, стальной, с кружевом. Кружево это обязывает к какому-то торжеству, а в этом комплекте чувствуешь себя спокойно, расслабленно и комфортно, что позволяет использовать его в повседневном стиле. Все-таки выглядеть современно и соответственно месту и времени невозможно без знаний правил и чувства стиля. Требуются также и усилия для подбора гардероба. Часть их берут на себя итальянские дизайнеры, настоящие мастера удачного кроя. Детская стоматология Baby Dent. Специальное предложение на лечение в будние дни. Секреты итальянского стиля и безупречная элегантность в коллекции Елены Миро с расширенным размерным рядом. Бутик Елена Миро. Проспект Ленина, 65. Диплекс. Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Новая парикмахерская. Профессионально и с любовью. Звоните 777-60-87.
Детский фонд «Андрюша» представляет Ольгу Кабо и Нину Шацкую в благотворительном литературно-музыкальном спектакле «Я искала тебя», посвященном Марине Цветаевой. 9 декабря. Театр оперы и балета. Средства от спектакля на поддержку талантливых детей. Билеты в кассах города и по телефону 235-75-55. Ждем! Имидж-клуб «Светлана» и модельное агентство «Эксклюзив» проводят финал 17-го конкурса профессиональных моделей «Супермодель-2015». 17 декабря. Клуб «Мираж». 19 часов. Генеральный спонсор «Капитоль». Подробная информация по телефону 263-57-37 и на сайте светлана74.ру. Ресторан «Уральские пельмени» приглашает встретить Новый год ярко и незабываемо. С русскими традициями, цыганским табором, народными гуляньями и гостьей вечера с суперзвездой Еленой Кукарской. Ну что, девчата, по маленькой... Эксклюзивно. Коллекция православных образов известного художника-ювелира Владимира Михайлова. Центр ювелирной торговли. Цвилинга 40. У всех украшений, неважно, бижутерия это или драгоценности, есть несколько значений, и одно из них связано с религиозной принадлежностью. Как создаются православные символы, смотрите в продолжении выпуска. Имя Владимира Михайлова хорошо известно как в православном мире, так и в ювелирном деле. Его работы считаются произведением искусства. Кресты, иконы, ладанки, пасхальные предметы он выполняет в особой уникальной технике. В коллекции у него также представлены обручальные кольца, венчальные, перстни, перстни-складни, охранные кольца. Всех объединяет и православная символика. Обычные гладкие варианты, то есть привычные нам, классические. Но изюминка у них по замыслу автора находится во внутренней стороне. Там идет надпись из Евангелия «И будут двое одной плотью». Также в его коллекции представлено венчальное кольцо. То есть оно представлено в виде двух венцов и по центру светоч с крестом. Это означает, что брак заключается на небесах. Символом этого охранного кольца выбрана виноградная лоза, ажурная, тонкая, почти прозрачная. А по витиеватому рисунку на старославянском написано «Спаси и сохрани». Это кольцо, как и все в коллекции Владимира Михайлова, выполнено из золота 585 пробы. Оно теплое, благородного оттенка. Также у него в коллекции есть очень красивый перстень-складень Георгия Победоносца. На внешней стороне у него изображен герб Москвы, старой Москвы. При раскрытии створок мы видим там молитва именно великомученику Георгию Победоносцу и также восьмиконечный крест. Все эти символы – ручная работа. Каждый предмет соответствует церковным канонам. Кстати, сам автор получил благословение православной церкви, а значит, его работы наполнены особым смыслом. Все выпуски Beauty Time и обратная связь с нашей редакцией на сайте bt31tv.ru. А у меня все, до встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.